64-я школа в Самаре активно готовится к новому учебному году. Это учебное заведение вошло в 100 школ региона, где в этом году создадут цифровую образовательную среду. В 2019-м здесь капитально отремонтировали пищеблок. В этом году, конечно же, организовать бесплатное горячее питание для всех учащихся первых и четвертых классов мы готовы и с нетерпением ждем этого. Помимо этого, естественно, для всех желающих школы будет организовано горячее питание. Представители регионального МЧС проверили в школе систему пожарной безопасности, пути эвакуации, состояние автоматических средств оповещения и сигнализаций, наличие огнетушителей, чтобы все они находились в рабочем состоянии и на видных местах. Все замечания, которые в ходе приемки, которые выявляют инспектора государственного пожарного надзора, руководители образовательных учреждений принимают во внимание и стараются все это в кратчайшие сроки устранить, чтобы детям было безопасно находиться в школах. За соблюдением обязательных правил безопасности будут следить и дальше. Из 387 школ осталось проверить порядка 50. Администрация городского округа финансирует работы по техническому содержанию систем автоматической пожарной сигнализации, а также систему передачи сигнала о пожаре на пульт 01. То есть все учреждения города у нас финансированием обеспечены в полном объеме до конца года. В новый учебный год эпидобстановка внесла свои коррективы. В общеобразовательных организациях за каждым классом закрепят отдельный кабинет, в котором дети будут обучаться по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования. Рециркуляторы, бесконтактные термометры, санитайзеры, маски и перчатки для работников пищеблока уже закупили. Мэр Елчан, Сергей Баскин. События.